Украинский певец и тренер шоу «Голоса страны 11» Олег Винник записал неожиданный дуэт с юной победительницей вокального шоу «Голос Дети 3» Элиной Иващенко. О премьере певец сообщил на своей странице в Instagram. Начинающую певицу тренер «Голоса страны» Олег Винник назвал очаровательной и талантливой вокалисткой и добавил, что познакомился с талантливой девушкой больше года назад. Элина Иващенко представляла Украину на Славянском базаре, а в прошлом году участвовала в национальном отборе на Евровидении. Олег Винник открыто заявил, что очень хочет поддержать девушку на ее творческом пути, и поэтому решил записать с ней чувственный совместный дуэт на новую песню «Диаманты». Поклонникам артистов композиция пришлась по вкусу. Однако были и те, кто отметил, что Виннику дуэты не нужны. Но согласитесь, вместе их голоса звучат великолепно и действительно затрагивают душу и сердце.